Хочу показать, как я использую стеклопластиковую арматуру диаметром 8 мм для обустройства парничка. Вот смотрите, такой у меня парничок. Вот это арматура. Креплю, в данном случае здесь спанбонд. Вот поверху арматура. Я их согнул дугами, эту арматуру, и сверху закрепил еще вот такой вот веревочкой, пропустил. Так. А спанбонд или пленку можно крепить вот на такие канцелярские железные прищепки. Очень удобно. Вот так вот снизу крепится. Ничего не надо сюда, никаких кирпичей, каких-то грузов, чтобы все это улетело. Достаточно закрепить вот такой вот прищепкой. Ну и вот такая арматура. Арматура толщиной 8 миллиметров. Ну, единственное, что с торца вот у меня здесь два кирпича подложено, держат эту спанбонд. И вот так вот внутри. Здесь у меня растут перцы и баклажаны.